Друзья, всем здравствуйте! Это город Омск, Леруа Мерлен на бульваре архитекторов. Давайте посмотрим, что есть красивого для нашего дома. Большая картина в раме, 1323 рубля. Волна, 1273. Здесь, конечно, картины, постеров очень много. Можно долго выбирать. Вот такие одуванчики, которые нужно искать. Сколько они еще стоят? Рублей 615. Декорации на стену из металла 3342 рубля. А вот это за 1690. 2404. Хорошая скидка на аромадиффузоры. Выбор просто огромный. Есть образцы. 173 рубля стоит сейчас. Пуфы с местом для хранения 2188 рублей. Покажу все цвета. Узнаю эту вазу. Очень похожа на вазу Терра из фикс прайса. 488 рублей она здесь стоит. И у нее совсем другое название. Хелен. Настенные часы под старину. 1568. Вот эти за 1696. Такие за 2033. Целая корзина пледов. Это полиэстер 150 на 200. 980. С рисунком, без. Цены здесь нет, но на некоторых подушках она вот так приклеена. 401 рубль вот такая стоит. Давайте еще пройдемся здесь. Вот это, например, 567. Садовые светильники на солнечной батарее. Давайте посмотрим. Сова просто произведение искусства. Я бы такую и домой не отказалась взять. 1180 рублей. Тысячу 481. Так, а грибочек у нас сколько стоит? Собака. Вот такая прелесть. Где у тебя там ценник? 3471. Ого! И вот такой пёсель. 2720 с шариками. Красота, милота. Кстати, котик 2693. Ну и совсем маленькие светильнички за 284. Однотонные комплекты постельного белья. Это полисатин. Полуторка 810 рублей. Кстати, здесь пододеяльник, простынь и одна наволочка. Двушка стоит 1070. Добрались мы с вами и до кухонного отдела. Есть вот такая подвесная корзинка. Это новинки. 861 рубль. Белый цвет тоже есть. Что тут еще интересного? Подвесной держатель для кружек 763 рубля. Черные и белые. Крючок на фасад хромированный 236. Стеклянные контейнеры от Fit, большие 332, средние 237 и маленькие 176 рублей.
А также есть вот такие с бамбуковыми крышками. Это тоже стекло. Квадратные 285, округлые 265. Держатель, который вешается на дверь, например, для полотенец, как вот здесь показано, 474 рубля. Одна металлическая новинка – это вставка в полку для экономии места. 544 рубля. Есть белые и черные. Похожие баночки есть фикси. 334 большая, средняя 304 и маленькие 212. Сушилка для посуды неплохая. Металл и пластиковый поднос. Поддончик. 998. Наборы пластиковых контейнеров. 4 штуки за 722 рубля. А вот эти металлические корзинки неплохие. 611 рублей стоят, белые и черные. Но писали, я их уже показывала как-то, писали в комментариях, что в Чижике дешевле. Но у нас нет такого магазина, поэтому у кого есть, конечно, загляните туда. А вот это тоже неплохая вещь. Поддон-сушилка для овощей, для фруктов. Помыл, поставил, все стекло. Здесь есть ножки. Хороший пластик, 176 рублей, круглая. Есть еще прямоугольной формы за 183 рубля. Новые коврики в детскую, размер у них 1,5 метра. К сожалению, бесценные пока. Собаки, котики. И вот такое футбольное поле, смотрите. Ну, на эти коврики, кстати, цена есть 2950. Также 1,5 метра. Возможно, и те точно так же стоят. Хотя у них основа посерьезнее будет. Прям такие, как настоящие ковры. Эти потоньше. Все-таки они, наверное, подешевле. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем всего самого хорошего и пока-пока!